пианистка. Угу, так. А, тут, как я понимаю, есть все оружие. Наверное. Да, только патронов не валяется. Так, я играю за... против одного ублюдка. Да, где-то стреляют. А почему мини-карты нет? Блин, я кого-то замочил нахуй. А, вот я вижу его. Мочи, мочи, мочи. Гоните, насмехайтесь над ним. Что-то у него по обе хитов дофигает. А, всё. Бля, мне кто-то попал. Женя, у тебя минус один фраг. Ты там не знаешь. Это почти как в холле. Теперь я Женю замочил. Как весело. Может, на другой срок, ты что-то как-то... Нормально же играли. А он неплохо справляется. Да. То есть как неплохо? Ты просто тут все стреляют с этой херни. Надо базу убрать и бошить. Там есть инстатим. Может, в инстатим сыграем? То есть с винтовочками один хп. Я кого-то замочил, нахуй. Сейчас, ну подожди, нормально же играли. А, все. А, все, чувак еще один подрубился, теперь двое против. Против троих у нас там четвертый чувак вышел. Или он свопнулся, ладно, неважно. Ну че, почему вы все под пули лезете? Под гранаты скорее, которые кидают. Я из ракетницы стреляю. А мне больше всего пулемет нравится. Почему у меня счет такой низкий? Кто эту игру придумал? Это что-то необъяснимое. Кстати, карта, на удивление, не унылая, как обычно бывает. Как обычно бывает Венеция или что? Да. Да нет, просто я заметил то, что в Сауре очень много каких-то мелких недокарт. На недокартах вообще там еще какие-то телепорты боссами есть. Тут же еще компания есть, блин. Да, я пробовал играть, но ничего не понял. А я прошел там какую-то хуйню. Значит, убиваешь ботов, убиваешь. Ой, первый фраг, первый фраг. Ну, себе первый фраг не срежу. О, второй фраг. Отлично. Заживем теперь. Про меня вся стала ушла. Они сверху, они на башне засели там. Во, да-да-да. Не знаю, на какой башне? Блин, мне кто-то... Кстати, их теперь четверо успело стать. Больше целей для ракет, значит. Они сверху, короче, сидят на этих, на балкончиках. Сейчас найду, как к ним подлезть. Штурмон, как, короче, грозный. Да вообще тут ад. Блин, я не понял, как залезть, короче. Ты не пушите ракетами туда, и там, или там еще какой-то. Замахали ракетами. Я кого-то убил случайно? Ой. Извини, Дениска. Не знаю почему, но мне казалось то, что ты красненького цвета. А у меня 100 хитов, ты по мне не попал, я даже стрелял. Мне кто-то замочил нахуй, начнем с этого. Бесит, что патронов не валяется. О, тут есть ружье, из которого можно делать тыщ. Нельзя из ружья делать. Но ты не убьешь никого с одного удара. Ну, сейчас попробуем. Тут два раза нужно попасть, кажется. Бля, я тут убил нахуй. Нечестно, я считаю. Ну себе, блин, убивать нужно. Я же не могу просто так умереть. Тут с ружьем очень печально. Тут уметь надо просто попадать с одного раза, тогда это, наверное, сильно. А вот башка тут есть, наверное. Да, вообще довольно странно, что такая игра довольно прикольная и опенсорсная.
Мне потянуло бы на коммерческий проект какой-нибудь в Стиме там рублей за 200. Так, тут какой-то хрен стреляет сквозь стены и убивает всех на карте. Читак. Я не знаю, как он это делает, но, видимо, да. Видимо, не совсем хороший человек. Тинки-динки. Дипси. Короче, вообще никакое оружие, кроме пулемета, не использует. Норм? А, пулемет мощный, как ты чё, он просто расщепляет на мобильную. Даже минусину. Блин, мы проигрываем по счету, кстати. Бля, так он охуел стрелять сквозь стены. Зато мы побеждаем в душе. В душе? В душе. Блин, это четвёрый ебаный. А может как-нибудь его зарепортить? Ну, судя по всему, какая-то централизованная система. Если даже все игры считаются на одном сайте, наверное, можно. Блин, какой-то упоротый чувак, я просто стою, не двигаясь, расстреливаю его из... Нет, тут все такие, просто стоишь, расстреливаешь из пулемета, они даже не двигаются никуда. Я нашел одно место, где можно на крышу залезать теперь. Тут и важно. А может все одинаковые иконки выберем? В смысле одинаковые скины, чтобы они не могли нас детектить. В смысле детектить? Ну, чтобы они путали нас, чтобы они не знали, что это тот чувак, это этот. Я думаю, у нас вряд ли настолько сильно скилл. А я думаю, что они так стратежат. Да. Это не халва, где можно вот копы иконки узнать, кого нужно пиздить в первую очередь. Ха, лохи. Я тем более в Hollow Knight скачал новые иконки себе. Просто берешь и убиваешь людей с ружбайки. Просто берешь и убиваешь читеров, у меня что-то с читеров. А ты будешь убивать читеров? Да, тут нет людей. Читеров просто убить. Получи еще. У них, по-моему, читы на здоровье. Они не умирают, когда я их убиваю. Это точно читер. Даже если ты убьешь его, он не умрет. Это глубокая мысль. Так, я вот не помню, базука тоже... два шота опять сколько? Все двухнюковые, что ли? Там на крыше кто-то сидит. Всё. Я базуку не знаю, я все еще по-моему. Остальное бессмысленно вообще. Я телепузика кого-то убил. Лол. Сериал киллер просто стоит на месте и стреляет, он что, совсем идиот. Прям бот или не знаю. Так тут. Тут почти все так делают. Из ружьишки попал, но ничего мне это дало. Ну, вроде два раза нужно попасть и убьешь. Вот. У меня счет положительный. Ага. Неплохо. 10% аккуратность. Омга. У меня 13. Да четвертый ушел. Ну видишь, 10 и 13, казалось бы. Блять, кто против? Почему я против вас всех? Ну, в жизни каждого человека возникает момент, когда он понимает, что нужно. Это какая-то зрада, космос. Ненавижу космос. Нет. Исключи, небось, ненавидишь космос. Знаешь, как весело в космосе играть против этих. Против ботов. Хочу. Я ненавижу космос из-за того, что можно как бы взять и улететь. Ты Гарри Поттера еще не играл в первого. На древнем компе. Гарри Поттера? Да. Играл. Играл? Я видел некоторое дерьмо, это он? Это с консоли, есть... С приставки, наверное. А есть PC-шная версия? Я не знаю, как я здесь оказался, но здесь очень весело. Мне сказать, ты бежишь прямо туда, куда ты фаер начал стрелять. Хватит троллить меня, давайте в одну команду. Против этого по 32.
Как менять команды? Вообще тут карта какая-то мелкая, деревянная, что за херня? Команды менять — это тильда тим, пробел... А, блин, не линуксует. Ну я не знаю, может кто по-другому можно, я просто не в курсе. О, привет, Степа. Лол. Да, действительно, тильда тим и название команды. Жека сейчас тоже поменял. Теперь я один против всех. Подожди, а какая это команда? Какая это команда? Что? Так поменять, блин. Тим. Лол. Да ты охуел. Или кто там не купил? Не знаю, я в своей команде. А, так блин, это же вообще тема. Мы же втроем можем быть в своей команде даже против всех остальных, когда там остальных команды две. Давайте... Тим... Ну как там? Ой, я что-то менял. Фандаман. Тим Супа. Давайте в команду отдельно. Ого, а я понял, как ты сюда попал, Стёпа. Я не могу в консоли еще вести, потому что... Там прыгнуть можно, там есть специальная... Да, я сейчас за тобой гонюсь и пытаюсь убить. Я хочу найти специально обученную площадку. Прикиньте, если лететь вперед и выстрелить гранатой вперед, то ты над ней подорвешься. Особенности физики. Где тут летать? Супер просто. Почему я упал в эту хуйню? Я ненавижу. Как парк мне? О, все. Нашел, как прыгать. Нужно... Короче, зацените. Да. Видите, где я? Вот здесь нужно бегать. Блин, полетел бы никуда. Заебались этими гранатами. Гнали. Их просто дают, как бы. В самом начале, как их не использовать? Оружие вроде пистолета в хуле. Степа, давай в нашу команду будем мочить своих игроков. О, у меня счет механизм. Бля, где я на астероиде? Я отрицательно. Бля, я на А что если ПЦТФ сделать себе команду какую-то левую? Бля, народ, тут какой-то ебаный астероид. Ну да. Так прыгай вон туда, быстрее. Вот сюда, оп. Блин, что там? Ну там еще один строит. Блять, полезно. Ворот. Зрада. Бля, что тут нету в этой хуйне? Просто постирай. Снайпер, где снайперка, блядь? Кто там какие-то. Нет, настрой. Есть, а ты, короче, цифрами переключай, а не скроллом мыши. Бред какой-то. Да, кстати, скролл мыши работает как вообще, как я не знаю что, отвратительно. Это очень характерно для Linux. То, что что-то не работает? Ну и как бы, что можно рандомную тиму делать, это тоже так очень Unix-like, скажем прямо. Ну, в смысле, блин, это очень вообще прямо. Я, кстати, видел в Hellgate, где ты просто... Я только что совершил самоубийство об выстрел своего дробовика. Я не знаю, как это возможно, но... Типа, гуишные рабы должны страдать, а консольные господа имеют свою команду отдельно. Консоль бы спит, мне это не кажется. Другая консоль. У кого вычисление парабола идет лучше? В смысле? Это игра про параболы, если не понял. Все игры с таким штуками, это игры про параболы. Да. Даже шахматы? Ну, думаю, к шару кто-то может какие-нибудь электрические кривые подвести. О, мудрый. Блять, это моя точка. Я пенек сел? Кто рядом со мной бегает? Это моя точка. Степа, да стань ты уже нормальной командой. У команды Супа, кстати, блин, у Куда больше. А, кстати, они там наверху засели эти пидоры. Да они подцепили у нас фишку прыгания по скалам. Консоль VSPID подцепили. Блин, я падаю! Черт, я еле-еле ползу по этому астероиду. Сам матч скилла, кому интересно говорят. Не знаю.
О, кстати, Женя, ты меня перефражил. Потому что, видимо, ты перенесаешь, как дурак построит, а я не подальше. Еще знаете, в чем проблема этой карты? В чем? Ее нет? На ней возможно только на астероидах нормально жить, потому что. Иначе гранатами закидывают. Потому что да, там в коридорах просто какой-то карнавал. Геноцид. Гранатный. БДСМ карнавал. Hide and seek anyone. Чё? Такой господин, всё. Бегаешь с дробовиком, а потом появляешься с гранатами и начинается аутизм с Женей. Я победил. Просто меня забалкивал. Победил аутизм? Да. Фигово тебе. Бля, 15 секунд. Я понял, в чем проблема этой карты. Здесь даже на астероидах, если есть много людей, то настает полный авангард. Такое ощущение, что карта рассчитана человек на 3-4 максимум. Блять, и как эту карту сменить? Может, может быть, вот, стартом, вот. В некоторых серваках есть такая фигня, как решетка MapSax. Да. Где-то я такое видел. А, когда мы CTF-очку гоняли. You think this map sucks. Давай, пишите на Т и решетка map sucks. Т. Yeah. Являюсь на стероиде, там уже кто-то ебушит с этой хуйней. Я понял фишку с гранатами. Их не надо вверх подкидывать. Да? Ими надо целиться в пол, тогда они будут аккуратно катиться куда надо. А дамажат они ого-го как. Блин, улыбали. Зрада какая-то с этими стероидами. Чего вы в MapSax не пишете? Я написал. А, я не вижу, что пишут с шарфом другие игроки. Да. Он, видимо, обрабатывается отдельно. Заебали эти, блин, ублюдки. Ты мне скажешь, что я половину урона с гранат себе сам наношу. Лол, какой-то чувак сделал себе команду К. Женя больше всех дамаги внес. Но. Самый лучший киллс. Меньше единиц. О! С этим уже можно работать. Тим Супа. Где Тим Супа-то? Ну бля, ну почему я хочу написать что-нибудь, и там меня убивают как-то. А ты подожди смерти. Не нажимай ничего и пиши себе в чат. Подожди там смерти. Кнопка... Ну в смысле, ты пока левый клик не сделаешь, ты не зареспаунишься. Ну, кажется мне.
стойте, но если тут нужно кидать шары по земле, значит это игра не про параболы. Нет, игра про параболы. Это вырожденные параболы, которые являются признаками. Обобщенная формула, обобщенная функция. Ненавижу карты с телепортами. Напоминаю, я в Героях 3 тоже ненавижу карты с телепортами. У них странная топология. Пока ты их ненавидишь, только пока ты не знаешь эти телепорты. Когда ты их выучишь, ты наоборот зацепишь. Учи карты, как в КС. Блин, у меня автомат закончился. Ну вот, не убей, нормально. С этим можно нормально работать. Нормально, теперь заживем, да? С этим можно работать. Откуда эта фраза? В смысле, какая? С этим можно работать. Ну типа... Слушай, какой-то стёб. Не, ну понимаешь, что это осмысленная фраза сама по себе? Но, по-моему, она и откуда-то цитируешь её, нет? А я не помню, откуда я взял. Ракетницы стреляют снизу вверх. Всем что ли кончено? Блин, перестреливаю с кем-нибудь застранцем, а там, блин, с другой стороны приходит другой застранец. Вообще законно? Походу нет. Блин, а вообще это очень прикольно, что в таком штане есть несколько команд. По-моему, так вообще не принято. Ну вообще да. Понятно, это не так легко, точнее не так сложно реализовать. Просто всем с ними впадло было. Наверное. Вот в Хелле приходится эмулировать несколько команд. Ну в Хелле. Да, но это неудобно. Да, тем более есть у этого протокола команд есть некоторые недостатки. Например, не общий счет, и если ты убьешь сокомандника, то у тебя все равно будет фраг. Хотя, ну, логично. Не, ну то, что там могут, скорее я имею в виду секьюрные проблемы. А, тут тоже секьюрные проблемы. Как бы если без пароля, без кланвара. Кто-то хотел меня перещеголять во владении ружбайкой. Ружбайка на этой карте. Это безумие, не успею достать ружбай. Не, я там просто стоял в таком месте, что ко мне нельзя было близко, незаметно подобраться, поэтому можно было взять ружбайку. Ну что за место интересно? И все места такие охуенные, что просто... Да, нужно карту исследовать, что-то непонятно. Ну, в общем, самая верхняя точка, наверное, на карте. Такой холл. А, в смысле, наверху где, на перекладинах? Не, на перекладинах там вообще зашквар. Ну да, на полу под этими перекладинами. Ага. Это уже не зашквар, да? Да. Только меня оттуда выкурили. О, я нашел пулемет. Что же ты нашел? Убили? Нет, я что-то постоянно переключал оружие скроллом на себя, а не от себя. Походу тут скролл это предыдущее оружие, а не. То есть они не по порядку, это просто то, что последнее. Они вообще тут как-то очень странные. Короче, это, во-первых, вычисление правил, вычисление прямых. Вычисление рандомизированных функций. Рандомизированная функция? Да. Мне кажется, это не функция, как бы попал. Нет, подожди. Ты можешь оценивать вероятности того, как. Если, нет, ты... если она у тебя задана, то она у тебя не может быть рандомной. А если она у тебя рандомная, то она не может быть функцией. Не, Пашка, представь, что у тебя функция есть какой-то элемент, который подчиняется рандому. Лол! Я за решетку попал. А, нет, все равно может быть. Лол! Я застрял, смотрите. Если дебил прыгает у забора, короче, это я застрял. А, я выбрался, лол, меня подкинул взрывом. Это, наверное, я взрыв сделал, или кто? Потому что я тут с базукой сейчас бегаю. Не знаю.
Интересно. На крайней карте просто вот эти ограждения, за которыми лавовый океан. Я, короче, упал за это заграждение и стоял. Это вообще законно? По-моему, нет. То есть я стоял на крае, что выживал так. Пусть что у нас 64 фрага, а у ближайших 46. Да просто мы тут потеем, в отличие от некоторых. Вот и все. Потная, потная катка. Да. Почему у меня свои лошади чаще, чем другие? Ренца Рампага. Неплохо. Я не заметил, я просто стрелял. Рампага это сколько фрагов? Я не знаю. Ух ты, я вот как дотки, что ли? Ну, в смысле, не за, а в. Я тут, кстати, понял одну вещь. Бежать вперед, стреляя из пулемета, сложно. А назад, наоборот, быстрее получается. Почему? Ну, из-за отдачи. Поэтому убегать тут как-то выгоднее, чем... Вообще, во всех играх убегать выгоднее, потому что догонять постоянно, ну, как бы меньше обращать внимание на безопасность, и его можно ёбнуть. Пустому. Что там, блядь, не дает мне спавниться, по-моему. Меня огорчает, так это крайне посредственная система скинов в этой игре. Могли бы хоть 10 там забацать. Ну, тут можно юзерские скины тут наставить, то есть как бы Марио есть подгрузка на сервер. Ну, наверное, как в контре, можно локально свои скины загружать. А иначе тут бегали всякие дебилы. С невидимыми скинами? Ну, как вариант, да, например. Я в хуле видел какой-то баг не так давно, там какой-то чел, короче, у него модель игрока была на... тем местом, где он находился. Это очень было футуристично, я его убивал. Что? В смысле, тем местом, где он находился? Ну, представь, что как бы модель игрока находится, ну, как бы, блин, хитбокс находится просто и... Вьетнам творится. На земле, а модель игрока показана, что ты 15 метров над землей наблюдает где-то. Ага, ясно. Просто геноцид был, короче, я вот там... Причем карта была киллбоксовая, какая-то огромная, там нужно было как-то высчитывать место, где он находится на земле, когда он как бы летал в воздухе. Я сначала думал, что это... Смысл вот такой темы? Ну, зачем он так делает? Ему это неинтересно. А возможно это баг, потому что как бы, когда я его убил, там вроде все поправилось. Я поэтому говорил, что я не знаю, баг это или чит. Это по 32 какой-то лох вообще. Я просто стреляю. Hide and seek mode enable. Что это значит? Не знаю. О, это какая карта, но она CTF-ная, по-моему. А, hide and seek это все против одного, что ли? Нет. А, мы прячемся от него, отпрячемся от красного чувака. Но я не понимаю, как тут прятаться-то. Ну хорошо, я встал где-то в угол. И что теперь? О, Жень, тут можно подпрыгнуть, кстати, зайти по лестнице, смотри. Это рядом со мной, значит? А, да, слушай, серьезно. Вот так подпрыгиваешь, смотри, подпрыгиваешь на меня. Рядом с нами кто-то есть. А, тут можно... Красный рядом. Оп. Рядом, соседняя колония красный. Тут красный крест, и прыгаешь наверх. Блин, уходи отсюда, средний колонный враг. А я его убил только, а я только что в него стрельнул с ружья. И он меня не заметил. Вот дурак. И чего надо сделать? Может его убить надо? Наверное, я в него одну пулю всадил этим. Я не понял, а что вообще ты это? Херня. Я кажется догадался, тут надо...
Destination делать или что? А я, блин, застрял, я не знаю, как отсюда выйти, не разбившись. У тебя 100-100. Что? Блин, я выстрелил чувака, попал в него, и мне сказали, что типа, you're not allowed. Это так, the sick player. Видимо, тот, кого находят последним, выигрывает. Я застрял, я выйти не могу, я залез какую-то задницу, чувак. Бля. Бля, меня поймали. Чувак, читак, он меня... Меня хочет убить. Нет. Ну я тоже тебя хочу убить теперь. Слышь, мы были... Ты мне был мне как брат, ты должен был... Их невозможно убить, ищущих. Да я тоже, блин, я... Себя... Не. Зачем ты мне ружье вообще? А можно написать вообще Сакс? Давай напишем, какой это код. Известная команда. Map Сакс не работает. Да ладно. Ковуха. Ну это вообще много объясняет все дело. Sick player spawn. О, отлично, тут нельзя сам себя задамажить. Лол. Кстати, да, я думаю, что я не убиваюсь. Найти другую карту, какая-то хрень. Ну, давай сейчас этот раунд отыграем хотя бы. Не, ну... Скучный режим. Ну вот, красный чел, ну я в него кидаю бомбочками, ему вообще пофиг. Ага. Блин, за мной красный хрен гонится. Делай. Блин, два красных хрена. Три! Сколько их тут? Кстати, да, руки джамп надо. На меня кто-то гонится. Знаете, тут работаю, Степа, я тебя вижу. Ааа, джамп не удался. Просто бегу. О нет, меня убили. Я на того, кто дэмэйдж плеер будет там. Бля, меня тоже убили. У меня минус 2. Я не очень доволен этим режимом. Так, вот тут есть что-нибудь такое? Нет. Пошли на другой сервер. Ну да. А, подождите. Game Mode Map. Ага, можно за что-нибудь. Так, да. Так. Ну давайте за ФФА поголосуем, я не знаю. Как голосовать, что делать? ФФА нельзя за него голосовать. Ага, за что можно? Инсто ЦТФ какой-нибудь. Так, ну я вроде что-то там пощелкал на эту тему, но... Я уже 4 раза попал из ружья в ищущего. Это я. Тут невозможно убить ищущего. Что тупо как-то. Ладно, они просто были сильные, но это... Короче, я буду делать рокет-джампы. В контре был идиотский режим, кстати. Какой? В контре был идиотский режим, связан с тем, что... типа... зомби-мод. Дурацкий, короче. О, а, не, мне нравился зомби-мод. Стёп, давай и сделаем двойной рокет-джамп. Просто вниз. Раз, два, давай. Три... Да, мне нашли. Два, три... Нет, по-моему, не получается вместе. Ну так нечестно ведь. Зомби-мод был прикольный. Не знаю, мне нравилось. Там именно, что зомбари сильные, но они не бессмертные. Еще War 3 мод нормальный. War 3 мод мне больше нравится, чем зомби-мод.
тем. Капец, он не говорит, ставьте следующую. Ставьте следующую. Наконец-то. Эффективность. Efficiency. Блин, что мне делать? У меня при установке Debian, он говорит, ставьте следующий диск. Ставьте следующий диск. У меня нет вообще диска, во-первых. Следующего тем более нету. Что за... Короче, пошли с этого сервера, опять эта херня началась. Ну пошли нахер. Бежим. Это, наверное, админ кто-то. Там зеленым ником это может быть не админ, а, например, то, что, типа, как в Халве и в Клаче можно было цветами. Ну что, куда? На Венецию? Да не. Ну пойдемте, побегаем. Сколько клоп едет? Давайте инстатим, который. Сейчас. Это Венеция есть. Ну ладно, давайте Венецию. А пошли инстагиб. Инстагиб? ОТ, что ли? ОТ. Что такое инстагиб? Какой-то слоу-моушен дикий. Что? Я не знаю, почему тут слоу-моушен, но... Это тут бот. Боты все. И кого убивать нужно? Всех. А в чем проблема убить врага, если до слоу моушен? Ну в том, что у него тоже слоу моушен. Проблема вообще в тайминге. Вообще тут все боты, кроме нас. И Ани, кроме еще одного человека. Как его выключить? Слоу моушен. Я просто отконнектился. Тут же нагибаторство. Боже, чувствуешь, что ты в матрице, такой вау. Тут, блин, нужно быть дауном, чтобы не попасть. Да. Ну, погнали, Sacrifice, Demophobia, InstantStf. Так, сервер фулл, отлично. Нет, там, во-первых, много людей, там полнейшее мясо должно быть. Лучше для них. Давайте попробуем Regen Capture, PH Capture. Давайте. Чё, за свою команду снова? Да. Опять какой-то слоу-моушен, какие-то зомби. Нет, это дебильный режим, короче. Есть зомби, есть эти... Короче, опять какая-то херня. Слоу-моушен, значит. Это другой режим. Кстати, прыгать прикольно стало. Прыгаешь, такой... Блин, у меня много дел еще сегодня. Я хочу доиграть эту карту. Я полтора часа идет, да? Почему раньше люди не догадались просто во все игры добавлять слово motion? Все то же самое остальное. Ты еще ГГ, прикинь, какое-то соревнование, видимо, было. То есть, понимаете, это что-то... Может, можно проголосовать за скорость игры? О! О! Чё? Zombie Outbreak. Давайте Team Supa. А тут, видимо, зомби-аутбрейк какой-то. А это зомби-мод, сейчас будет опять эта вся херня. А что надо делать? Ну, сейчас подождать, когда это зомби... Всё, зомби появился. Наслаждайся словом общего. И то, зомби нас сражают там временным спином. Блин, это уже прыжки через пропасть. Выглядит какой-то скоростной даунизм, честное слово. Бежали. Прыгать через пропасть. Меня сбили, короче, я кто врезался, я не долетел. Где зомби-то? Кто зомби? Я ненавижу расстреливать тех, кто падает со мной. Не можно ли зомби убить? Нельзя убить зомби. Как? В смысле, что делать нужно? Степец из нау зомби. Что это значит? Я зомби? Ну окей. Давайте инстат... А, там инстат забить. Может, посмотри, в чем суть этого режима перед тем? Вот, смотрите, там Free Fall Metal 4 есть. Ой, я убил зомби. Может, он Free Fall? Я понял, зомби уже с ракетами и боже всякими и прочим такими. Что Free Fall? А, там чуваки дуэлятся. Никому не позволено больше играть. Epic Team Frostbite. Unlocked. Не знаю, я в зомби моде сейчас нормально и боже. Ладно, как называется у вас? Zombie Outbreak. Там, короче, суть в том, что у зомбарей всякие там ракетницы и прочее такое медленное оружие, а у нормальных людей человеческие автоматы. Тут... Даунизм, честное слово, я...
будто я пьяный. Это тоже три зомби. О, блин, своих случайно не больше. Последний зимний флаг. Так, как я понимаю, тут главное не разбиться в начале игры. И все. Так зомби можно убить как-то? Можно. Да. Обычные людишки. Только у них базуки всякие прочие дерьмо. И они респавнятся снова зомбями. Я нашел зомби. Блин, ну что мне делать? Я не могу. У меня на этом стал, какой нафиг? Я эскейп не могу нажать, и ничего. Можно крутиться вокруг своей оси. Кстати, к этой игре, если тут все раскрашены красным или синим цветом, можно легко взять бота. Да. Причем... В зомби-моде в слоу-моушене можно будет просчитать время. Даже сложненькое сделать. Блин, что мне с Дебианом-то делать? А как ты его ставишь, что он у тебя такие странные штуки спрашивает? Так, начинаю бутин замутил, то есть скачал ИСОшник, скачал не надо бутин. Ну вот, я тоже зомбарь стал. Бля, а что меня с двух сторон прессуют? Это неинтересно. Идите прессуйте с одной стороны. А там со временем добавляются зомби-боты. Меня убили, но... Я тоже. Стёпа последний остался. Я не понимаю, какой смысл вообще в слоумо? Чтобы зомби не всасывали совсем? Что ещё? Херня какая-то, если честно. Да. Давайте добьёмся по серверу. Что давайте? Добьёмся. Есть инстат-стеф с маленьким количеством людей. Давайте. Где? AOG Instant CTF. Чуть не вижу. Так, почему я не могу бегать? Как называется еще раз? А следующая карта грузится, потому что... AOG Instant CTF. Forgotten, что ли? Да. Да. Ну, там уже не Forgotten. Snapped Rocks какой-то. Да блин, как я дебильно с этими мостами. Ой. Женя, чё ты такой злой? Зачем ты флаг спиздил? Ну, зачем он тебе? Бля, я что-то запутался в клавишу. Пиздец, а? Вообще-то я добрый. Охуеть вообще. ЦТФ зависимый, лечиться пошли. Эй! Мы остались вдвоем против Жени. Да? Охуенно. Почему тот человек ливнул? Я знаю. Давайте подождем, пока кто-нибудь приконнектится. Но нет. Не, ну так скучно флаги таскать. Ну да. Да, давай против одного таскать флаги. В 2015 году. Хоть дуэль на бензопилах там, не знаю. Можешь в нашу команду перейти, чтобы к
короче, просто потому что ты можешь. Что за расстрел у стенки? Давайте в воздухе сталкиваться тушами, и типа кто упадет в пропасть, то плохо. Давайте бензопилами. Кто против... Да нет, с бензопилами мы просто сразу умрем. Давай. Блин, не получилось. Ну-ка, следующий раунд. Да мы в любом случае умрем. О, я, например, упал. Я упал, даже не столкнувшись. О, лип какой-то там. Чел зашел, посмотрел, что здесь происходит, и решил выйти. Я решил, что это даже хуже, чем слоу моушен. Блин, вот круто научиться, наверное, сразу с этой штуки, ну, в смысле, с одной прыгалки на другую. Эта татарка мешает долго. Так. О, столкновение. Женя выжил. Может, у них просто параболы разные? В зависимости от оружия, типа? Ну, стороны разные просто, идентичны. Тебя полирнул. Да я пошел посмотреть, вдруг еще есть что-нибудь. И как, есть? Ну, есть что-то эффектим. Infected. О, на инста CTF самый высокий, там 4 свободных слота. Прыгайте быстрее. На мясо. Да. А там можно команду менять? Да, я сейчас попробую. Нет, походу нельзя. Сент Питерсберг. Все, переходи за гуд. Перешел. Почему тут так много красных спавнится на нашей базе? Чё за... Это чтоб тебе жизнь неудобно не казалось. Или это чужая база была? Я стою их думаю. Блин, тут карта еще такая большая. Значит, можно в могилу проваливаться и, блин, так выйти отсюда. А, все, пошел. Ух ты, тут заборы, за забором жизнь вроде есть. Блин, я рядом здесь спрашиваю. База красных. Ничего себе. Я хватаю флаг и убегаю. На всех скоростях света, что у тебя есть, босс? Да. Блин, сколько там красных? Ты вообще реально спиздить флаг там? Да. Сейчас... О, там прыгалка есть. Убегает с флагом. И что, можете потерять флаг, я его тут же подхвачу здесь. Блин, я думал, в щель можно пролезть, а там оказалось, что нельзя. Стало. Кстати, в домике можно ходить. Блин, там египетская какая-то херня, охереть, а? Правда, там нельзя пройти. Блин, ты что-то дофига тут тупиков каких-то лазов, которые просто никуда не ведут. Это тупо малость. Не расщепили. Интересно, почему вот тут один сервак густо населен, а остальные пустые? Наверное, потому что сюда все идут. Я видел человека, который бегал поверху этих колонн. Это вообще законно? Нет. Думаю, да. Вау, сколько тут людей.
Кстати, может забраться обязательно на колонну какую-нибудь дурацкую? А тут прыгать можно, тут в маленьком заборчике внутри есть распрыжка, и по ней можно на колонну залететь. Я вот, например, залетел сейчас только что. О! Понял? С флагом, да? Прикольно. Я хочу опять забраться наверх. Блин, спину убивают, рыбочек, ну что за херня? Вода какая-то. И опять спину. Блин. Интересно, как я туда собирался? Распрыжки, чувак. Мелкие здания с заборчиком окруженные, рядом с флагом, с каждым. Там оббегаешь его и... Там... Все... Много, блин. Ебать, они что, охренели? Вы что тут делаете, чуваки? Да блин, да у меня кто-то прет постоянно флаги. Я уже четвертый флаг выпускаю, из-под носа прям чувак выхватывает. Это называется дичь. Блин, у меня флаг был случайно взят. Я не заметил. Стоп, а карта несимметричная, что ли? Я такой сейчас... Да, несимметричная. А с нашей стороны есть прыгалка какая-нибудь? Не знаю, возможно, есть, но я не видел. Понял, уже кентрит на вражеской базе просто. Омега. Тут можно... Беспалный киллер, слово. Это проблема игры, а не проблема с полным киллером, я считаю. Прикольно. В чем проблема быть спаун-киллером, начнем с этого? Если мы сильно меня в чем убивают. Мы, по-моему, почти всей командой там стояли на вражеской базе и контролили ее до поры до времени. А у нас есть прыгалка, но к ней, короче, сложнее добираться. Это кемперю как лох. Подстреливай тех, кто придет. Чувак Викингс какое-то безумие в чате пишет про то, что он супер доминирует. Он супер доминирует. Конечно. Ой. Он шо прикольно. А чё Давид не играет в эту штуку? Он вообще не играет. Лол. Чё он делает вообще с вами?
Не знаю. Статейки читать не буду. Все нет. Так, мы... Ты опять заявил. Все, почему-то тебя постоянно заявил кидает, а мы с Женей не будут. Я хороший человек, наверное, был. Наверное, да. Наверное, я плохой человек. Просто плохой, а злой. Злодей. Блин, ты что, тоже можно куда-то упасть? Какой-то гендер. За что? О, нет. На таких картах круто нубцов шугать. Блин, я упал. Ну, понимаешь, смысл в том, что тут нубцы — это мы. Ну, это временно. Вот в холве там трудно найти космическую карту. Там, знаешь, что есть всякие тупые ловушки, наподобие того, что нажимаешь кнопку, открывается какая-нибудь решетка и кислота. Или, там... Да, и меня вообще это бесит. Чухать кнопка, типа, ну там... Не, ну, умные люди просто туда не ходят, начнем с этого. Типа enable superpower, ну фиг знает, что за... Вдруг она всех на карте убивает, она только тебя убивает. Там еще кнопки постоянно там большого пиздеца. Тут кто-то возмущается насчет того, что команды не сбалансированы. Количество человек. Кто-то еще пишет что-то небось, да? Чат. Ноет, плачет. Уи! А что я не допустил? Ты нашу флаг сперли. Ух ты, вот это место я нашел. Кемперить самое то. Я тоже кемперил, норм. Буду кемперить. Правда, мне все меньше это получается. Потому что я внезапно начал в хлаве с арбалета убивать. Там просто... вблизи. Блин, я с флагом упал. Ну как тут перепрыгнуть? Там такое просто хорошее место, блин. Точнее. Кстати, там такой прикол, что если упасть с флагом, то несколько секунд будет недоступен никому. Без радник. То есть, если ты видишь, что твой флаг тащит на чужую базу, ты на чужой базе, но ты не можешь вытащить флаг, просто хватаешь этот флаг и прыгаешь вниз. И они не смогут занести флаг с собой. Несколько секунд. Тут какая-то туса, где всех убивают, рядом с красным флагом, пыщ-пыщ-пыщ. Выдвигаюсь на красный флаг. Даже я пошел за ним. Хардтрай мод включен. Тут не выгодно бежать за флагом, но выгодно просто отстреливать плохо. А тут бессмысленно, по-моему, отстреливать. Здесь даже не ведется учет трупов. Нет, в смысле, это лучше помогает команде. Респаун тогда убит и хера. У нас, короче, пара есть по FPGA. Лол. Довольно прикольно. Правда, чел какой-то ведет, который очень не видел? Уверен в себе. Кого не видел? Не уверен в себе, или что? Ну как-то он так, типа, скорее, как студент рассказывает курсовую, вот он в таком духе читает лекцию, это, не, правда, он шарит, но почему-то, не знаю, это хикка, видимо. Хиканство. Пару интересных. Сериал клёвый. Блин, своего замочил нахуй.
Если сделаешь это много раз, бей меня, я сделаю тебе фагиф и сможешь еще раз убивать 3-4 человека. Профит, да? Широкий простор для тимкила. Прикиньте, у меня только что голова сквозь стену прошла. Неплохо. А вы так можете? Не понял, значит, сквозь стену голова у тебя. О, нет. Если кажется, это наши ходы играли. Он уже его оттого. Тут не выгодно бежать на базу, слишком много людей, там слишком сложно. Знаете, как меня огорчает в этой игре возможность двум людям одновременно выпилиться взаимно? Но это проблема этого режима скорее, чем игры, в принципе. Это проблема Linux, я считаю. Это популярный режим, поэтому... В общем, особенность игры. Кто-то там кого-то зовет, видимо, на другую карту. Видимо, на другой режим, там... Режим регена. Ух ты. Там же есть буквы-то. Блин, что-то они хороши стали. Извини, Денис, ты прыгнул, там как раз за тобой был красненький. Да, конечно. Да нет, если бы я записывал видос, можно было потом посмотреть. Ты очень по таймингу прыгал. Я записываю видос. Ну ты же не видел, как я прыгнул? А если видел, то с другой перспективы. Я видел, как Степа кого-то замочил. Вот-вот. Это факт Степа. А то, что был красный чувак, это надо доказать еще. Там такой ракурс, что он видит, что он синтик чувака убивает. Я считаю, что это не совпадение, это что-то... А! Здесь нет пола. Да ё-моё! Как так? Я застрял вообще в этой заднице. Мне страшно. На самом деле, тут довольно много мест на картах, типа, каких-то уступов мелких, куда... Хотя вроде оттуда можно выбраться, но все равно как-то стрёмно. Подай что-нибудь. Во! Я просто шикарно устроился, посмотрите. Позиция для снайпера. Под флагом. Котятки суицидники. Я думал, что кемперю я, а закемперили меня. Прикиньте. Это возможно только если две базы простреливаются. Это странно. Это не про эту карту явно. Вот почему он делает install base system, ну, и все в порядке. Потом, когда начинает ставить environment, ну, в смысле, там, этот, XFCE и так далее, говорит ставить второй диск. Ну, поставь base system, а потом... Сейчас 2015 год, три диски. Регрутнись, подключи сети, как бы, дело. Так я выбираю только system utilities. Ну, в смысле, вот в этом шаге, где он предлагает настроиться. Короче, упоротость какая-то. Прикиньте, я даже вражеский флаг подержать смог. За флаг подержался? Да-да-да. Поучаствовал в командной игре, считай. Не, не слишком хороши у них базу дефут, какие-то чуваки, которые прям про. Как таракан. Что, читов никогда не видел? Я только зареспаунился, на автомате нажал огонь, и передо мной сокомандник зареспаунился, и короче. Это еще доказать надо будет. Ну, на видео это не попало, так что... Я могу сказать, что это анекдот просто. О. Вражеский флаг, я возьму тебя. У нас на базе бегает лох. Блин, тут довольно неочевидные такие прыжки есть. Я убил лоха с нашей базы, уносившего флаг. Я убил моего преследователя. Ой, нашел место, где можно кемперить вообще охеренно. Ух ты, я принес флаг!
Все, побыстрее с нашего флага. А, нет, флаг забей. В общем, тут мест не шел. А, мы выиграли, кстати. Это мой первый флаг в Сайре вообще. Прикиньте. Грац. Грац. Охрененно. Пойдемте на что-нибудь менее безумное. На что? Что? Не знаю, вдруг там есть что-нибудь. Тут есть режим редактирования? Ну, наверное, это херня полная. Не, наверное, это просто она не привычна. Я не посмотрю, что там режим редактирования. Ну, пойдемте. Там коуп летит самый верхний. Охрененно, просто карту кто-то создал. Тут нужно зажимать клавишу Е. И что дальше? А потом, ну и щелкать, и фиг знает, что-то нужно нажать, наверное. Так, я могу мышкой что-то выделять. Хорошо, теперь... То. Ребята, читер. О, вот я, допустим, таскаю арморку. Видите? А я делаю стены. А я что делаю? Колесиком мышки, прикинь. Выделяю квадратики. Лол. И что дальше? Давайте сделаем свой дворец, как в Майнкрафте. Давайте памятник мне построим. Памятник кому? А вы где? Давайте соберем. Блин, что за бред? Почему? Что произошло? Почему сервак называется Racing Extreme? Я не знаю, следующая карта, видимо. А жаль, что тогда не получится бессмысленно делать дворцы, потому что... Йоу. Почему только я один конструкции какие-то создаю? Я не могу двигаться. Чё-то всё криво там, блин, колёсиком. А, я понял фигню. Поднимаешь, опускаешь, всё. А я не понял. Да он... Я случайно стену сломал. Погоди, это не коп, иди, тут какая-то безумная езда по гонкам. Может, мы сейчас вообще на разных серверах? Так, да, я тут... Погоди, на каком-то сервере? Так, ладно, сейчас... Не, лучше пойти на пустой сервер, не, оставайся там, где ты есть. Да там... какие-то странные люди что-то стреляли друг в друга. Давайте в пустой коп идит. Сервер называется... So, Place Race карта, сервер Amaro. Amaro, вижу. О, тут есть, короче, H что-то делает. А, есть еще copy-paste, CV. Ну-ка. Так, а что за сервер? Еще раз. Amaro или что-то такое. Не знаю, штуки, выделенные с H, они не двигаются по мышке. Вот, я умею кубики создавать. Правда, это очень странно и очень... В Майнкрафте было удобнее. Ух ты! Ух ты, что это? Зацените, я сделал мавзолей себе. Блин, нет, ты... свет или... Ты сделал мавзолей быстрее меня. Как тут менять цвет или типа того? Не знаю. Знаете, что это? Что? Мультизм. Энс, дроп, пентик, дитин... Пастру... Мавзолей. Мой домик. Как тут оставить вообще регенераторы всего там, всего оружия?
О, зацените, я смог оружие выкинуть. Вы видите, как я летаю? Видите? Смотрите. Мы все летаем, нет? Опа, видали? Короче, editing, ну, escape, editing, и там вторая вкладка. О боже, да я же демиург. ОМГ. ОМГ. Телепорт! Как мне его настроить выход? Значит, степец ремонт. Ну-ка. Я никуда не телепортируюсь, блин. О нет, кажется, тут какой-то фатальный недостаток в моем мавзолее есть. А, он у тебя... Что это за башни-близнецы? Твое творение. Это мой мавзолей. Мавзолей? У меня самый крутой мавзолей на этой карте. Ты знаешь, что теперь у тебя мавзолей еще лучше? В смысле? Ты знаешь, что сделал 10 этажей? Он с окошками теперь. Нафиг ты окна стихал? Что, в кемпере не бойся? Так. Да. Вот, можно убить человека живого. Что, телепорты не работают? Ой, какой это эфизм. Кстати, игра с такими эффектами могла бы быть очень интересной, да, Жень? Да. Ты стираешься. Опа! А, я не могу, я сейчас сдохну. А как отличить верхний свет, интересно? Да. Кстати, еще какой-то чел есть. Он неустойчив к тактике с уходом в режим редактора. Ладно, продолжаем строить свой мавзолей. О! Все потемнело у вас тоже? Нет. Возможно, это локальные настройки. Блин, я просто такое освещение в мавзолее сделал, гениально. Кто там? Жалкие рабы. Подождите. В высокий мавзолей с близнецами можете зайти? В смысле? Это мой мавзолей. Ну, который ты, Женя, построил. А что в нем не так? Но вы можете зайти и выключить режим редактирования? Нет, не могу, я же не дурак. Ты видишь тут свет или нет? Я видел свет в режиме редактирования, но без режима я заходил и там... Среды как бы есть. Но у тебя наверх смотришь, там темно или нет? Нет. Блин, это значит... Короче, знаешь, что нужно сделать? Editing, Lightning и Patch Light. Вообще, какие тут кнопки есть, кроме где? Я не знаю... Кнопок я тут мышкой программирую, тут есть вот этот editing. И попробуй, Стёп, получилось? Да нет, это же локальные настройки. Нет, ты сделай. Просто мне интересно, это повторяемый результат или нет? О нет. Лол, что это за яма? Женя меня туда скинул. Ну блин, надо же полезные вещи здесь как-то иногда. Откуда у меня
оружие появилось. Не знаю, подобрал, наверное. О-о-о! Что? Я нашел, где материалы можно менять. Что-то, правда, не работает нифига? Что там летает вообще? Я нашел способ какать в воздухе и, в общем, нагадил по всей карте. Молодец. Возьми пирожок. Ты выйди на улицу и посмотри, что тут в небе творится. Это херня, это моя точка. Тут какой-то хрен еще, я не знаю. Почему не работают материалы? Что за влажно? Просто Майнкрафт какой-то. Ага. Ой! Боже, что это такое? Блин, я сдох. А что блин. Это? Это лава. Отлично. Затроллился. Аутизм. Мячик лёд. Вообще написано, что это стекло. Наркоманы. А вот немного лавы осталось. Бух. Может сделаем свой сервак, у кого-нибудь есть выделенный IP? А то ведь всякие чуваки придут и запортят всё. Запортят всё, запортят. Гениальные форты запортят. Ну, блин, я думаю, на большую карту надо потратить реально много времени. На большую, хорошую карту. Вот это мув я только что сделал. Я убегал от одного чела, подбегал к стене и такой в режим редактирования вошел и ушел от него сквозь стену. Там кто-то кемперит, по-моему. Кто-то очень хитрый кемперит. Проблемы с этим. Кто-то. Это можно взять. Кто-то очень хитрый. Очень. How you do that? Дип. Да ты кто там хитрил? У нас даже нет плана, что надо делать в игре. В смысле? Карты. Женя, ты в курсе, что из тебя куча каких-то штук торчала? Когда ты бегал еще. Не питал. Да, точно. У тебя из модельки куча штучек торчит. Секундочку, не килей меня. Это вот эта игра, которая из бензопилы бегает. Ладно, все. Видимо, это у меня какая-то штука была.
какой-то там микрофон очень серьезно. Какой-то шум, да. Все, видимо, у тебя. О, кто-то мой мавзолей делает. Причем мавзолей Мазолоса собрались построить. Что? Мавзолей Мазолоса. Блин, Степ, я не слышу ничего. Он недавно начал? Ну да, сейчас уже все вроде. Сейчас полегче стало. Может, у меня рука, приложенная к ноутбуку. Лола, тут кубики можно делать короче и длиннее, зацените. Вот тут я вешу, например, и F зажимаешь и скроллишь. Ничего себе! Это ж просто тонкая настройка, это круче, чем Майнкрафт. Да. Кубик нельзя сделать больше, чем он есть. Можно только уменьшить его размер. Хорошо, например, я сейчас выделяю вот эту пластинку и начинаю ее. Ага. Если я так выделю. Ага. Если я вот так выделю. Там какой-то чел колонны ломает, так вообще колонны ставил изначально. Короче, херово. Каждый кубик приходится по-своему с помощью скроллить. Они не сохраняют. А если несколько выделить? Не, ну я думаю, можно, конечно, несколько выделить. Да, точно можно. Так, теперь возьмем лаву. Лава, лава, так. А лаву так нельзя скроллить. Лаву нужно веревку набирать. Да. Посмотрите на эти прекрасные горы. Где горы? Где горы? Которые... Блин, да сейчас заметил. Да эти прекрасные горы. Стоп, они меняются? Ну я меняю это в Editen и вкладка Map, вкладка Skybox. Lightning Blend. Кто сломал, блин, мою мавзолей? Ну я там на самом деле немного постарался. Знаете, я, кажется, сломал. Я все сломал. По-моему, нам нужно новую карту начать, потому что это какая-то... Хотя ладно уже. То есть, Райскил меня пытается убить, я его дерну. Да ну херел. Grid Size G. Текстурки? Трудно воевать с блогом. Кто-то взрывчатую бочку поставил. Так. Я... Ом, сколько тут штучек. На мавзолее выросла трава, короче. Вышел из своей фигни, и я его сразу делаю. Как вам трава на мавзолей? Что это было? 400 урона было. Зачем? Зачем чел мой мавзолей разрушил? Знаете, я по каким-то причинам перестал мочь выделять кубики. Что перестал? Мочь выделять кубики. Может, ты Е нажал случайно? Нет. Добро пожаловать в мою шахту, кстати, если найдете. Твою шахту? Да. Можно куда-то вниз упасть, и там будет шахта. Еще у меня худ отключился. Короче, я передисконнекчусь. Чего ты переконнекчусь. Как ты? Блин, я сам свою шахту потерял. Что как? Опа. А, все, нашел шахту. Я сейчас установлю что-нибудь значимое. Там, короче, джамп-пад будет рядом. Подождите.
чё не... не... Мы на Джампл? Да. Вот Steppets is using modified map, Steppets connected from. А вы знаете, что я переподключился, и здесь чистое поле? Лол. Может, тебе просто не пришло еще? Ты что-то путаешь. Может, ты просто в таком месте появился, где чистое поле? Нет, абсолютно чистое поле. А мы-то есть рядом. Я из куб что-то там творит в середине с травой. Ну да. Короче, там где чашки, там моя шахта. Если что, добро пожаловать. Сейчас буду шахту делать. Сейчас пойму, как тут только менять этот состав вещества. Health boost in 10 seconds. Health boost. Quad Знаешь, как сложно без прицела стрелять? Нет, не знаю. Ты же не можешь больше в режим блога зайти. Да нет, я могу зайти, но я не могу почему-то редактировать в нем ничего. Видишь чашки? Какие чашки? Ну там чашки стоят рядом с пальцем. Какое-то яблоко я вижу. Пять чашек стоит. Что тут в шахте есть? Ух ты, тут да. Есть вид от третьего лица. Блин, этот козел стер мои чашки. Тут есть вид от третьего лица. А, это Рензо, блин, слышит, ты стер... Как? Я не стирал у тебя ничего, вроде. Девятку нажмите. Блин, я помню, что есть патрон. В принципе, по игре так или нет, чем. Ух ты! Алло. Алло. Все зависло? Все. У меня все зависло. У меня прям по жести зависло, даже эскейп нажать не могу. А, у меня все отвисло. Ох! Можно переподключиться. Так. Знаете, я случайно нажал кнопочку 8, и все стало очень интересно. В ней видны полигончики все на карте. Ни у кого выделенного айпишника нет? Нет. Кто-нибудь знает? Попырьте тоже, что с восьмерочкой происходит. Maybe you wireframe on. О, да. Лол. Блин, у меня лагать стало. У меня, кстати, уже перестало лагать. Так, ладно. О, с семерочкой... Текстуры не удаляются. О! Я тоже перестал мочь выделять. А, все, смог снова.
Надо просто пятерочку не нажимать. 5 прячет худ. Лол, я чуть не упал. Что прячет 5? Худ. Худ? У меня не прячет вроде. Как бы этого из куба кикнуть? Школьник какой-то мешает только. Кто тут сломал все? Айс куб. Кто семироздание уничтожил? Мне кажется, это айс куб это какой-то рэпер вообще. Да, есть такая тема. Вы помните, когда я гуглил продолжение куба 3? У меня постоянно айс куб какой-то, там что-то рэперская какая-то херня была. Что у меня блоки выделения крупные. Как себе измельчить блоки выделения? Кто-нибудь видит меня? Возможно, вижу. Делаю микростолб. Зачем тебе микростолб? Я не знаю. Возможно, это из-за того, что я... Чуваки, у меня какие-то кубы стали гигантские. В полную, ну вот это, в полную черно-белую фигню. А хотя нет, вроде нормально. Ладно. Просто башня какая-то тонкая вышла. Я, вот в этой башне, в мавзолейной, я не могу выделить маленький кубик на углу. Это норма? Не знаю. Нормально. Лол, я появился тоже, кстати, пустая карта. Ну, как-то лоха убил еще. Отлично. А вы знаете, что такое? Безумие? Да. Безумие это в режиме бога убивать. Я могу... эту тонкую башенку еще сильней уменьшать. Ради чего? Не знаю. Лол. Что? Ну как этот тайскуп уже затрапал? Он, короче, я тут сделал, наверное, самую маленькую возможную вещь. После квант существования? Квант карты. Так. Да. Совершенно точно я сделал квант карты. Ты его выходил. Профит. Пыщ. Посмотрите на квант-карты. Сейчас погодь, я... квант-дэмэдж поставлю себе. Вот, теперь заживем. Боже. Ты вообще закон? Нашел квант-карты? Нашел. Маленький этот... микрокубик. Мне кажется, они спиздили идею у Давида. А вот это? А почему это не кубик? Это же палка. Или ты про нее говоришь? Ну там маленький кубик ниже под палкой лежит. Под палкой ниже? Да. Не вижу. Дернула, ёбнул код. Вот он в воздухе теперь висит. Я не вижу, под это ничего нет. Ну, есть такая толстая палка, дальше от нее тоненькая-тоненькая, дальше в воздухе висит маленький, вообще маленький кубик. А у меня это просто прямоугольник один. Нет ни толстого, ни тонкого, просто одна палочка и все. Жалко. Мне кажется, стрелять неинтересно. Кто там опять все
Это я... Сделал плохо. Почему плохо-то? Отлично же все. Ну кто-то мог залепить чего-то, мне кажется. Мне кто-то взять логичную карту для меня, блядь. Типа под дэмэдж на какую-то башенку поставить. Ты там живой нук внизу бегает. Я что, не могу найти, как сделать просто землю. А прикиньте, если я выйду из режима, то я мертвым окажусь. Почему? Ну, если тут можно время трупов еще войти в режим бога. Короче, я полетел. Меня задолбала эта политика. Так. А, лол, дальше этого куба нельзя построить ничего. Я понял, что еще такой-то чел лаву поставил прямо на спавне. Не, ну пусть будет защита от нубов. Я тут хочу проверить одну интересную вещь. Можно ли обогнать свой выстрел? Я предлагаю взять комнату БДСМа. Я улетел так далеко, что вас всех... Чтобы люди спавнились прямо где-нибудь там в аду. Вот это мог был. Короче, чел что-то прыгал, пытался меня убить, я перед ним поставил стену, приземлился за ней, бежал и... How to fly. Я его сейчас убил в режиме бога. Боже, как же это весело. А знаете что, копипаста? Это интересная вещь. Как ее делать? Выделяешь какой-нибудь набор блоков, жмешь кнопочку C, потом куда-нибудь наводишься, щелкаешь и жмешь V. Я тут издеваюсь над бомбом. Я сделал комнату геноцида и стреляю на экраны. Какой-то микрофон ответ. Шум опять. Тёпа, извините, пожалуйста. Да я вроде ничего не делал, чтобы оно зашумело. Вот ты ремонт поставил. Короче, видите бочки? Я вижу. Сейчас погодите еще. Давайте делать шахту. Я полез в шахту. Будем в Майнкрафт играть. О, я нашел тебя. Сейчас я пытаюсь выделить все блоки, чтобы сделать их какого-нибудь земляного цвета. Земляной голем. Ух ты, а если подлететь вплотную к игроку, то оказывается, что он тоже состоит из палочек. Тут кто-то спрашивает, делаем ли мы новую карту. Мне интересно, все ли карты были так созданы? Я не рисковал. Официально, наверное, бы создательно. Ох, лол. Ох, лол. Ох, лол. Ох, лол. Прикиньте. Что? Во-первых, тут можно менять размер создаваемого кубика. Как? Ну, кнопочку G нажимаешь и начинаешь крутить колесико вверх-вниз. А во-вторых, с помощью этой штуки можно
Измельчать пространство. Измельчать пространство и время. Ну, если ты зайдешь в режим просмотра сеточек, увидал. То... А так-то этого даже не видно. Там так, на время бац, куча кубиков. Так, кто это? Какой-то наркоман по мне стреляет. Уже не 19 фраг, 20. Ой, еще один ног живой. Лайт? Ну, зачем ты это делаешь? Да. Да, я там свет воткнул. Патч лайт. Ну-ка, посмотрим, как там стало. О, нормально стало. Правда, слишком яркий источник света получился. Почему-то под землей все равно есть не нулевое освещение. Это потому, что мы режим такой. Тут землю срезала. Где? Вот тут? Вон барьеры наступают. Да нет, там реально шахта идет в никуда. Свобода, что люди не смотрят с богами. Шахта идет, 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 а потом так лоб заканчивается, и я, например, падаю под землю. Нет? Денис. Подожди. Light error. Light precision. Ну-ка, максимальный light precision. Денис, иди сюда. Я где-то посередине шахты. Я в стекло упираюсь в шахте. Слушай, нет шахты, ты что? Ты здесь бегаешь? Насчет того, что вот эта херня нет, короче, там где вот какой-то шаг. Смотри. Денис, вернись ко мне. Я лечу. Карты у всех разные, короче, мне кажется. Да, вот мне тоже кажется, что карты у всех разные. Вот, например, я почему-то в лаве умираю, короче, какой-то, а кто-то там живет, мне кажется, что у кого-то лавы там просто нет. Это... Денис. Это кто? Это ты? Да, это я. Смотри, вот я иду. О! Ну ты видишь, сам я прыгаю. Да. Это лол. Сейчас какой-то бред, если. Может, это можно подгрузить то, что было сделано ранее, там, какая фигня. Идите. Сербия. Поискуп бесполезный, ё-моё. Рэпер. Может, это бот? В этих режиме. Что меня все потормаживает. Может, тормозет тут коннектится и там карты как-то от нас присылаются. У меня все повисло. Пацаны. У меня все повисло. Написано, что ты ливнул. Короче, у этого сервера проблемы с безопасностью. Запросил мастер, он мне его дал. Все, заходи, все. Значит, ну, мастер дает. Ну, я не знаю, я попросил мастера мне дали. Из коннектед бекос IP из банка. Знаете, здесь чистое поле. И бегает какой-то человек. Так, давайте тоже реконнект сделаем, чтобы у всех чистое поле. У меня фрагов много, я не хочу. Стёп, это я начну с этого. Мастер. Флейм мастер. Все, я мастер. Все зашли. Теперь сделаем мастер. Ломай. Приватный сервер. Приватный сервер сделал. Мне кажется, либо только что преступление совершили. Я сделал вето, я не знаю, что это такое. Ну чего вы убиваете? То есть в чем убиваем? Это война.
Боги. О, я кого-то убил, он ливнул. Я тоже кликнул. А все, мы одни остались. Тайскуб тоже ливнул. Я его кикнул, ё-моё, я всех кикнул. Твоего нефиг. Ты, кстати, мастера-то дал. Тайскуб тюбусь. Ты еще залочил сервер, да? Да, теперь мы тут строим. Навсегда? Че ты? Ну я не знаю, может временно, конечно, но факт в том, что... Наверное, мы сюда зайти потом не сможем, если не разложим. Ну почему? Ну почему? Я не смогу. Да, выйди, попробуй зайти. Сейчас. Хватит убивать меня. Если ты выйдешь сейчас. Ну попробуй зайти. Зашел. Блин. Ну я уже не мастер с другой стороны. Да. Степка тебе права украл. Он, видимо... Короче, давайте редактировать. А что мы хотим построить? Не знаю, давайте дом какой-нибудь построим для начала. Ну сейчас слышно, что у меня карта осталась с тех пор, когда там был трэш и геноцид. Ну сделай дисконнект. У меня 30 фаров не будет взять дисконнект. Как изменять размер блока? Г и крутишь. Колесиком. Ну, мы все чай поставили, про него забыли. А я... Дисконнектит бекус IP из банк. У меня все повисло. У меня... Лив стилис. Я ливнул? Написано, да. Ливнул. Но я не ливнул. Да, я действительно ливнул. Лол. У меня что-то карта того. Написано, что я суицид. Карта вайпнулась еще. Нет, я ее вайпнул. Зачем? Потому что я могу. Зачем ты взял, тут вообще не тянет? Вот здесь будет озеро. Там ничего нет, там кроме бочек. Знаете, я зашел сюда, и в общем я в режиме наблюдателя. Я не могу редактировать. Это вообще законно? Все, я тебя опустил. Все, я теперь, короче, тиран сервера. Это вообще законно? Нет. Ой, сори. Ты ехел. Все, что здесь будет. Да я что-то перепутал там. Конечно, да. Все, озеро. Да, точно это озеро? Так, минимальный размер блока 256. Господи, какое же упоротое отражение на краю карты? Тут нужно срочно отменить это озеро. Это трамплин. Не надо вайпать озеро. Нет, за что? Блин, что я сделал? Я трамплин сделал, чтобы озеро побить. Так, ну я начну строить простое. Подлодку? Как ты догадался. Так. Как из воды обратно сделать нормальную землю? Не надо делать землю, нормальная же вода была. Так тут отражения какие-то дикие. Меня... Все нормально, просто построю рядом что-нибудь, озеро опять будет. Я не пытаюсь, я не могу построить. Ты моя подводная лодка. Не получилось нихера. Проще это будет задумать, что это водный лод. IP is banned. Закрытый этот бассейн. Лол. Отражение дикие, знаешь почему? Потому что нет границ. Да. Так я пытаюсь сделать стенку, что-то не выходит ничего. Может перезайдем, чтобы был пустой сервер? Или Степа там уже что-то есть? Да давайте перезайдем. Плоскость все-таки была удобна, чем эта точка для тебя просто как стоит сделать. Я переконнектился. Это называлось? Амаро.
Так, я тоже не законнектился. О, как уж это сразу стало. Ой, все, подождите. Народ, я на время того этого. На какое время? Ты офигел в сумрак уходить? Что, кого этого-то? Кого этого? Ну, что значит донатки Камара? Ну, видимо, это имя админа, и написано, что если вы сделали, как я, ну, в смысле, как я сделал, то идите нафиг и не кикайте Амара. Сейчас я в опциях поменяю кое-что, а там вообще... Я правил кнопкомышленное движение поставлю, а тут она на редактирование. Я хочу сделать ров с мостом какой-нибудь. А таких, такой ров на каждой карте есть? Да? Ну и ладно. Какой-то зомби появился. Из Германии зомби какой-то пришел. Забанить? Конечно. В чем тут потерял, спрашивается. О, Зербер has raised your privilege to mask master. Да, я тебя мастером сделал. А что они все одни всем стоят? Фиг знает, видимо, она сбрасывается каждый раз, когда выходишь. Интересно, сколько кубов можно максимум перепрыгнуть? Блин, тут кубов 6 придется сейчас выпускать. Я никогда не знал, сколько в Майнкрафте нужно. Можно. Я собираюсь построить зал управления галактикой. Ничего против не имею. Ну-ка, шестерку можно перепрыгнуть? Блин, шестерку даже можно перепрыгнуть. Семерку. Вот, семерку уже не перепрыгнуть. По крайней мере, не так просто. На самом деле прикольно, что отражение воды сделано. Мне нравится прям. Что с ним? Ну, не знаю, прикольно отражается. Дракона рожденная. Мавзолей. Что для загробной жизни? Ты вообще забавил кого-то, и там чел тест учиться нет, не получается, чё там? Вау. То есть подумай, всё-таки это не очень законно. Упс. Да забей вообще. По поводу законности. Да чтобы не было какое-то дело до всяких ноунеймов.
Так, живой Степа пришел. Так, пацаны. Чего? Чего у вас там успехи? Как тут можно изменить направление поднимания ролик, ну, этим роликом мыши? Ну, с нужной стороны просто выделяешь и все. Нет? Не проходит такая фича? Да, проходит, слушай. Так, я подконнектился, и я на абсолютно пустой карте. Это вообще законно, нет? Черт, действительно ведь. А может здесь... Блин, сквозь стены моего мавзолея отходить. Пацаны, может... Может, перестанешь меня убивать? Я случайно там автоматически попал в тебя. Случайно автоматически попал? Да. Женя просто меня, наверное, хочет убить за то, что я ходил сквозь его мавзолей. Хватит! Зачем ты опять прошел? Хватит ходить сквозь мой мавзолей. Ты не видел, какой он крутой? Убить без запилы в бок. Жалкий. Так, а как двигать выделенное? То, что именно двигать. Это. Если тут нет возможности сохранить или импортировать карту, то мы занимаемся... А вот написано Save Map. Где? Ну, editing Save и flatten map. Точно. И тут есть кнопочка New Map. А тут есть кнопочка экспортировать карту всем. А давайте, знаете, что сделаем? А я нажал стрифт. Нажмите все New Map. У меня все изменилось после того, как ты нажал. Да я стартит New Map. Ага. Я старую загрузить я не могу. Сейчас Map. Load, ничего не происходит. Ну ладно, давайте сделаем тут какую-нибудь хуйнюшку. Вот такую. Попробуем сохранить ее и потом... Ну, кто-нибудь сохранит? Она незаметна, нужно заметно делать. Сохраните и... Не, подождите, давайте сейчас сперва попробуем сохранить изменения. Вот просто столб, нажму... Вот, сохранить. Map. Вот подожди. Сейчас я изменю этот столб. Ага. Вот, я изменил его. Загружай. В roadmap file packages base my map OGZ. Сделал load. И чё? У меня все так же остался сломанный столб. Смотри, сейчас. Map, new map. Новое? Так, новое. Map, load, map. Select map to load, написано сверху. Не работает. Suggest scope edit on map. А что тут в новой карте уничтожена реальность? Select map to load. Как же его? А, там просто нажимаешь Escape, наверное. Ах ты нет. А, ну да. О, подождите, сейчас. Где тут editing? Коп едет. А. Интересно, где-то сохраняется. У меня на компе или на сервере? У тебя, по идее. А как? Вот. Тут вообще можно предложить изменить, ну, этот режим для любой из существующих уже карт. Ну, чего-то я не понимаю. А, вот. Ну-ка. Suggest scope edit. Select map to load. Смотрите, нажмите editing map show custom maps.
Тинг. Дальше. Шоу. И давайте все дружно выберем My Map. Вот. Там нет этого. Нет, там нету. Это этот выбор. У меня Кей РПГ 1, РПГ 01 и Сэр Браттон. Так, значит, она локальная. Да. А значит, Load Temp Map. Может там, может его загрузить? Сейчас, Sour Braten, вот, Map, Edit Mode. Я просто совершу самоубийство. Ты не сможешь меня убить. Боже, что с ним случилось? Омг, со мной тоже что-то случилось. Ты сделал плохо. Кто-то заполнил пространство. Забань чувака. Это чувак сделал? Ну, а кто же еще? Сейчас, погодите, как он его зовут? Unnamed. Мастер из Already Claimed. Короче, дай мне мастера. Сейчас погодите. Сейчас банк через тильду. Не-не, через Editing мастер. Editing. Этот хрен стер всю карту. Это вообще законно? А name the kicker кикнуто. Денис, ну вот не зашел еще. Сейчас я зайду. Тут походу написано, нужен режим игры Co-op Edit. Это оно? Или это просто Edit? Не знаю. Тут мастер мод еще сбрасывается, то есть как бы когда ноль, типа, то там типа. То есть мы тут не можем взять так, чтобы сервер был того. Ну, короче, это, видимо, надо как-то, не знаю, в одиночку делать. А, yeah. Вот send map и get map. Команды консольные. Сейчас, подожди, сейчас сделаю send, сейчас. То есть ты можешь отправить мне произвольные файлы на компьютер? Возможно. Ну, на сервер, а ты потом скачать его. Send map, my map. Какая карта уже небось есть? Написано only in co-op edit mode. А это что? Сделай меня мастером, пожалуйста. Сейчас, погоди. У меня все повисло. Степ ушел куда-то. Да блин. Такое ощущение, что не получится вместе редактировать по-человечески карту. Да подожди, мы даже не пытались толком. That was Minecraft. В Майнкрафте же, насколько я понимаю, слабее вся эта модификация. Можно и сечение расставлять как хочешь, и кубики мелкие. Стёп, короче, сделай меня, пожалуйста. Ой, Женя, сделай меня мастером. Ты уже мастер. Ты не без зеленого. Сейчас, я делаю. Ладно, сейчас я зайду и схожу к кому-нибудь, вообще ужас.